Еще раз доброе утро. Я еду по улице Лазарева. Сейчас поверну на Калараш, а потом на Адаевского или Адоевского. Кому как, выбирайте. И едем мы с вами смотреть мимозу. Погода. Как раньше говорил, что займи, но выпей. Сейчас, похоже, надо отдавать и не пить. Я не знаю. Температура плюс 21 даже сегодня мне показывал термометр в автомобиле. Ну, как правило, я беру погрешность полградуса, поэтому 20,5 градусов точно есть. Уже встречал ребят в шортах и футболках, так что, похоже, оно пришло. Я про лето. Как вам улица Адаевского, Адоевского? Не ругайте меня сильно за произношение. Я двоечник. Четверку по литературе так, с натягом мне поставили. Авансом. Мы приближаемся к улице Ушакова. Это уже, насколько я помню, Ушакова 16. Да, совершенно верно, память меня не подвела. Зрительная. Сейчас пойдем смотреть мимозу. О, одну я уже вижу, кстати. Итак, мы на Ушакова. Я ее уже вижу. Да, вы, думаю, тоже уже ее видите. Вот она какая. Мимоза. Я бы вам сказал, что она уже отцветает даже, видите. Но вот кое-где еще нет. Вот, наслаждайтесь. И не говорите, что я не показывал вам мимозу. Вон пчелки, кстати, там летают близ да около. Да нифига себе, там много пчел, кстати. Майский, мартовский мед. Кто-то будет пробовать. Попробую приблизить, вон видите, жжат. Вот она какая мимоза. Вроде еще не 8 марта, а я уже у мимозы. Ну, в принципе, наверное, до 8 марта она уже может отцвести. Ну что, пойдемте дальше. Мимозу-то мы уже посмотрели. Ну, тем, кто... А запах-то, боже мой, с подветренной стороны стал вообще классно. Вот это весна. Пришла. Пришла весна. Ну, тем, кто ностальгирует по дому номер 15, пожалуйста, в очередной раз, я уже третий раз, наверное, или четвертый здесь. Вот. Когда доделается сие строение, будет вообще классно. Ну, эти объекты надо проходить ближе к лету. Когда виноград листву свою покажет. Что, опять на море или на социалистическую? Слышите, готовятся. На меня идет волк белый. Люди уже готовятся вовсю, что-то прикручивают, раскручивают, красят, мажут. Но запах мимозы перебить невозможно. Опять на море. Вон, видите, с граблями там что-то делают. Вот вам не надоело уже? Я тут уже был. Вот она. Нахимова, Ушакова. Вот оно, море. Да, тогда было пасмурно, наверное. Не наверное, а пасмурно. Сейчас получше. Но еще недостаточно все зеленое. Не такое все зеленое, еще не совсем все зеленое красивое. Хотя бамбук, он красивый. Особенно на солнышке вообще все переливается. Опять белый волк. Белый волк.
Старков. Лютоволк. Вот, греется на солнышке. Ладно, идем к морю. Куда еще идти? Все дороги к нему ведут. А море, как вы видите, обалденное. Летнее. Можно сказать, полный штиль. Вон дети, взрослые люди просто принимают солнечные ванны. Мне самому не помешает витамин D. Вот тут кто живет на улице Ушакова и будет купаться. Практически здесь он будет заходить в море. А еще недавно был шторм. Причем сильный шторм. Вот смотрите, гуляет народ. Вот такое оно бывает ласковое. Ну что, море посмотрели. Дабы вас не утомить, пойду обратно. Наверное, уже пора выкладывать, да? Чтобы было что вам посмотреть. Побродить, поездить со мной. Подсказывайте, кому что интересно еще. Видите, мнения разделились. Кому-то нравится кататься, кому-то нравится ходить. А мне нравится и ходить, и кататься. А еще лучше, когда тебя катают. Вот бойцы стоят, смотрят пристально в море. Да. Ну все, ребят. Возвращаюсь я к автомобилю. И иду выкладывать вам видео. Ну, а вы там, пожалуйста, подписывайтесь, делитесь там. Короче, я уже говорил, всегда знаете сами все. Я всегда говорю в конце. Хотя, редкая птица досмотрит, наверное, до конца видео. Ну, кто досмотрит, тот мне и напишет, что досмотрел. Интересно даже. А я? Вот, опять он. Один из моих любимых домиков. Ничего такого. Но стильно, красиво. Отличный заборчик. Смотрите, вот нравятся мне такие заборчики. Не то, что профнастил какой-нибудь. Ух ты, гляньте, как он кайф.